K'i mitzion t'tzei Torah K'i mitzion t'tzei Torah Udevar Adonai Mirushalayim Baruch shenatan Torah, Torah Baruch shenata tora tora leamor israel big Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Нынешняя недельная глава называется Рей. Буквально переводится как Смотри. Была у нас недельная глава «Слушай», есть недельная глава «Смотри». Значит, и в этой недельной главе, значит, ее краткое содержание – это законы храма и служения. Дальше идет речь о лжепророках и совратителях к идолопоклонству, законы святости, кашрут, социальная справедливость и шалош регалим – три праздника, обязательных для поклонения для всего мужского населения Израиля. И что, вот на что обратил я внимание в нынешней недельной главе? Интересный момент, как бы в общем идея такая, что есть то, что Бог нам дает, есть э, наша часть, в, скажем так, в использовании, в приумножении этого дара и в конечном итоге благословения, которое мы имеем от Господа за сотрудничество с Ним. Значит, и это выражается в таких вот простых словах. Это у нас законе, 11 глава 31-32 стих. «Ибо вы переходите Иордан, чтобы войти и овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить в ней». Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы его, которые предлагаю я вам сегодня. Это я прочитал себе на дальний перевод, но я посмотрел в оригинале слова «старайся соблюдать», и значит, там несколько по-другому это было бы правильнее перевести, потому что, во-первых, слова «и так нет», там стоит «вав», и это буквально можно сказать, то есть 31 стих переходит в 32, соединяясь и, то есть другими словами, что вы переходите Иордан, чтобы войти в землю и соблюдать. Но вопрос в том, что слово, которое переведено соблюдать, корень этого слова шомер Израиль. Кстати, слово самурай скорее всего происходит от того же корня, хотя оно не евритское. значит, но Слово «шомер» означает «хранить», «охранять», «соблюдать», «сохранять», «сторожить». То есть, другими словами, значит, нам вменяется в обязанность хранить, а дальше стоит слово «лаосот». Это глагол в неопределенной форме, то есть другими, и переводится как «делать», «производить», «приготавливать», «совершать», «исполнять», «заниматься», «работать». То есть получается, если мы внесем некоторую корректировку в соответствии с текстом оригинала, то этот стих будет звучать следующим образом. «Ибо вы переходите в, переходите в Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь, Бог ваш, дает вам». То есть, есть дар Божий. «И вы овладеете ею, и будете жить на ней» и храните исполнение всех постановлений и законов, которые предлагаю я вам сегодня. То есть вот как заповедь о шабате храни и помни. То есть есть шаббат, и есть то, что мы должны с ним делать. Что мы должны делать с шаббатом? Хранить и помнить. Также здесь идет речь о том, что когда Бог дает нам землю, ну, в рамках Нового Завета, для всех верующих уже речь идет не только, ну скажем так, не о земле Израиля, а о земле обетованной, то есть о взаимоотношениях с Богом в вечности. И это Царство Божие, оно уже внутри нас есть. Это то, что нам дает Господь, то, чем мы можем владеть. Но нужно понимать, что это не конечная цель, что это лишь средство для того, чтобы постоянно хранить исполнение Божьей воли, скажем так, это свободный перевод. Значит, и по сути получается, что благословения и дары, которые Бог дает нам, они не являются самоцелью, они являются инструментом для поддержания взаимоотношений со Всевышним. Собственно говоря, Господь сотворил человека для того, чтобы иметь с ним близкие взаимоотношения. И вся история человечества это, скажем так, Уход от Бога и возвращение к Богу для восстановления этих отношений. Значит, и получить божественный дар это еще полдела. Если ты неправильно используешь этот дар, то рано или поздно не сможешь его удержать. Ну, поскольку мы живем в мире материальном и для нас материальное как-то ближе к пониманию, то эту духовную часть можно собственно, на основании этой же недельной главы, раскрыть несколько иначе, для того, чтобы было понятно. Как бы уже неоднократно говорилось о десятинах. И вы знаете, когда я сам размышлял о десятинах, размышляя о них уже много-много лет, вот с тех пор, как я стал верующим в 2000 году, я услышал, что надо приносить десятины пожертвования. Я начал это приносить, поскольку, поскольку мне сказали люди, следующие в Писании. Я начал сам читать Писание. Вроде как начал получать подтверждение. Потом появились вопросы, потому что были люди, которые начали подкидывать такие идеи для размышления, в результате которых возник вопрос, а на самом деле в Новом Завете нужно это, не нужно. И, это же как бы, ну, материальная часть. Мы имеем духовные отношения с Богом. Первый очень интересный ответ на это пришел, когда я решил сходить в синагогу и поговорить с раввином, что вообще евреи думают про десяти. это было 20 лет назад. Пришел я в синагогу, равина на месте не оказалась, но ну, там был какой-то служитель синагоги, и спрашивает, а зачем тебе равина? Я говорю, хочу поговорить о десятине. Он говорит, а, ну да, это вопрос духовный, это только с ним. И вы знаете, я был так удивлен, я-то думал, десятина, деньги, все это, это, ну, это земное, материальное. Оказывается, евреи думают, что это вопрос духовный, и мы тоже должны это воспринимать духовно. Тора, закон духовен, да, и Тора говорит об этом, значит, это духовные вопросы. Значит, и вот, собственно говоря, ну, мы на этой неделе тоже с моей супругой размышляли об этом, о десятине, о десятинах. И вот я начну сначала с, вот, с тех каверзных моментов, которые предлагают для того, чтобы от десятины как таковой отказаться. Ну вот смотрите, значит, Леви 27.30. «И всякая десятая часть земли из семян земли от плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». И что делать с этой десятиной? Числа 18 глава, 20-21 стих. «И сказал Господь Аарону, в земле их не получишь на дело, и доли не будет тебе среди них. Я твоя доля, и надел твой среди сынов Израиля. А сам Леви, вот, я дал всякую десятину от Израиля в удел взамен службы их, которую они несут, служа при шатре соборном». И вот первый момент. Десятину нужно было отдавать левитам, хотя она принадлежит Господу. Мы сейчас очень часто используем слово «левит» в отношении служителей, в отношении Группы прославления, но это на самом деле вообще неправильное понимание слова левит, потому что левит это родовая принадлежность. То есть, если моя фамилия Расюк, то Рома Свентык не является расюком. Понимаете? Вот точно так же левит. Если вы не родились с колени Левия, вы не можете быть левитами. Если вы из колена Леви, тогда вы левит. Вот это правильное библейское понимание этого слова. Значит, нужно понимать, почему мы сейчас используем это слово. Потому что левиты исполняли все службы при скинии и при храме. И когда мы говорим, что служитель это левит, правильнее будет сказать, подобен левиту, но не левит, если он не из колена леви. Дальше, функция прославления, она левитам не принадлежала до царя Давида. И поэтому это вторичная функция левитов, и поэтому у служителей прославления называть левитами нельзя, если они не из колена леви. Значит, и поэтому, значит, что у нас возникает? Десятину нужно отдавать левитам. Кто из нас левит? Куда отдавать ее? Кому отдавать? Понимаете? Хорошо, сказано, что левиты, они должны находиться при месте, которое сберет Господь Бог, чтобы обитать имени его там, да? Значит, то есть скиния тогда была, потом храм. Значит, ну, мы можем в храм приносить. Писание Нового Завета говорит, что мы храм, значит, мы должны сюда приносить, да? Но отдавать должны левитам. То есть, как бы храм есть, левитов нет. Опять, куда, кому, как, как это реализовать. Это чтобы вы понимали сейчас вот те вопросы, те идеи, которые подкидывают для того, чтобы десятину не давать. И мы разберемся, насколько это ну, вообще правильно. Значит, дальше. Второзаконие, 14 глава, 22-23 стих. И я замечу, собственно, Писание говорит о десятинах. И мы прочитаем это место. Значит, «Отделяй десятину от всех плодов посева твоего, которые приходят с поля ежегодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое Он изберет для водворения там имени своего». То есть скиния, храм. Ну, судя по тому, что это все-таки со своего поля, то это уже храм. Ешь пред Господом Богом твоим на месте, которое Он изберет для водворения там имени своего, десятину хлеба твоего, вина твоего, илея твоего, первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы научился ты бояться Господа Бога твоего во все дни». Интересная история. Получается, что мы сами должны ее съедать. И как бы это интересный нюанс, потому что речь здесь идет уже не о той десятине. Ну, для начала, чтобы была понятная идея. 100% это сколько десятин? 10, совершенно верно. 100% это 10 десятин. То есть мы говорим, когда говорим обо всем, мы говорим о 10 десятинах. И поэтому, если Писание говорит о десятине, нужно из контекста понимать, о какой из десяти он говорит. Понимаете? И вот если в первом случае мы говорим о первой десятине, которая святыня Господу, и она никому больше в нем не принадлежит, и он отдает ее левитам для того, чтобы компенсировать их служение в храме, потому что у них не было своей земли, и им надо было на что-то жить. Это первая десятина. Вторая десятина, которая предназначена для праздников, значит, потому что Бог повелел это с, вот и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое Он изберет. А в конце этой недельной главы говорится о трех обязательных праздниках для всего мужского рода. А по ходу мы из истории Нового Завета даже знаем, что семья Ишуа, когда пришли на праздник поклонения, они Ишуа и, собственно, детей, то есть они семьями совершали это паломничество. Значит, и для того, чтобы это было не... Ну, там есть еще одно место, где Бог говорит, что когда вы приходите ко мне на праздник, не приходите с пустыми руками. Хорошо, а где взять? Обычно у нас как бы история такая, что я заработал, и я тут же пошел, то купил, то купил, то купил, то купил, и дай Бог еще дожить до следующей зарплаты. Помните такое советское проклятие, чтобы ты жил на одну зарплату? Как бы это, конечно, нехорошо, но как бы смысл в том, что мы действительно очень часто живем вот на 100% от того, что мы заработали. И это печально, потому что Тора учит нас другой мудрости. Значит, вторая десятина, она предназначена для того, чтобы нам было на что праздновать чтобы нам было с чем прийти к Господу. Если Господь нас благословляет, и мы отделяем вторую десятину для того, чтобы праздновать, у нас на шаббат всегда еще накрыть, у нас прийти в общину на, праздник, на любой из праздников Господних, мы всегда можем прийти не с пустыми руками, понимаете? То есть блажение давать, чем принимать. И цель этой второй десятины, дабы научился ты бояться Господа Бога твоего во все дни. Смотрите, в Новом Завете, в новозаветних проповедях очень часто можно услышать, что страх Божий – это уже пройденный этап. Но я в Писании вижу не так. Начало мудрости – страх Божий. И если мы, будучи новозаветними верующими, страх Божий отложим в сторону, то кем мы становимся? Сказал глупец в сердце своем, безумец в сердце своем, нет Бога. То есть нет страха Божьего, нет отношений с Богом. У нас должна быть любовь к Богу, потому что есть заповедь, и это заповедь из Торы. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Да? То есть любовь к Богу и страх Божий ⁇ это два неотъемлемых компонента, которые должны пребывать в нашем сердце для того, чтобы можно было сказать, да, есть взаимоотношения с Богом. Если нет хотя бы одного из этих компонентов, то уже нет отношений. И мы должны это понимать. Мы должны любить Бога и мы должны его бояться. И вот чтобы научиться бояться, нужно исполнять заповедь о второй десятине. Дальше, второзаконие 14 глава 28-29. «К концу трех лет выноси всякую десятину плодов твоих того года и клади во вратах твоих». «Дабы пришел левит, ибо ему нет части у дела с тобой пришелец, сирота, вдова, что во вратах твоих и ели и насыщались, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». К концу трех лет это был год десятин, то есть в этот год помимо первой и помимо второй отделялась еще и третья десятина. И она, собственно говоря, не приносилась в храм, она не сохранялась у себя, она выносилась во врата. То есть, другими словами, вот есть община, где мы живем своей духовной жизнью. Вот по логике вещей эту десятину нужно приносить сюда для того, чтобы левит, в данном случае служители, пришельцы, сирота, вдова, то есть люди, которые не имеют постоянного какого-то обеспечения, которые нуждаются, и нужды которых могли бы быть покрыты из этих десятин, и для чего эта десятина? Дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. То есть смотрите, по ходу получается, что у каждой десятины есть своя цель. И когда мы это исполняем, мы, собственно говоря, и формируем в себе характер Мессии. Мы действительно свою жизнь обустраиваем в соответствии с Торой для того, чтобы быть благословенным. И смотрите, по ходу получается, первая десятина исключительно Господу, левитам, это на служение. Вторая десятина, э, это для того, чтобы, мы, чтобы я научился бояться. Третья десятина, чтобы люди малоимущие имели за что сказать спасибо Богу. То есть, видите, оно как бы сверху вниз, оно растекается и захватывает все больше и больше людей. И теперь второзаконие, 12 глава, 15 стих. «Тогда скажи пред Господом Богом твоим, убрал я священное из дома, и уже отдал я это левиту, пришельцу, сироте, вдове, вполне по повелению твоему, которое ты заповедал мне. Не отступил я от заповедей твоих и не забыл». Не ел я в скорби моей от него, и не убирал его в нечистоте, и не давал из него для мертвеца. Я слушал голоса Господа Бога моего, поступил вполне, как ты заповедал». То есть человек приходит и дает отчет Господу о том, как он исполнил все то, что было сказано, причем исполнил слушая гласа Господа Бога своего, что очень важно, потому что мы очень часто знаем, что делать, не знаем, как делать. И вот голос Господа Бога нашего здесь и сейчас реально может говорить каждому из нас, что нам нужно сделать и как нам нужно сделать. И теперь, когда человек все исполнил и отчитался, вот как параллель, когда Ишов в Гефсиманском саду, молился отцу, и он, собственно говоря, отчитался о проделанной работе, и он имел дерзновение. И человек, исполнивший все по Торе, как было предписано, имеет дерзновение произнести следующие слова. «Возри же из святого жилища твоего с небес и благослови». Вот человек исполнил это все – он позаботился о том, чтобы служение в храме продолжалось. Он позаботился о том, чтобы его жизнь была угодна Богу. Он позаботился о том, чтобы нуждающиеся были обеспечены. И о чем он теперь имеет право просить? О благословении для себя читаем. И благослови народ твой Израиля. И землю, которую ты дал нам, как клялся ты отцам нашим, землю, текущую молоком и медом. То есть смотрите, что происходит. Бог дает нам дар, дает нам какое-то благословение. Мы в соответствии с Его заповедями распоряжаемся всем тем, что Он нам дал. И когда мы все исполняем так, как Он нам повелел, слушая голоса Господа Бога моего, мы имеем дерзновение молиться за благополучие народа Израиля и земли Израиля. Поэтому, если вы настроены на то, чтобы молиться и благословлять Израиля, вы должны понимать, что э, Помимо того, что просто произнести эти слова, есть еще предварительная работа, как основание, на которое мы становимся для того, чтобы Господь нас мог услышать и ответить. Спасибо большое.